Утро доброе. И 5:30 утра уже. Проснулся сам без будильника. Думаю, начну собираться уже. Пока не жарко. Вон они где кричат. Поставить утреннего кофе. И спить, так сказать. И можно в дорогу опять. Ветра нету вроде. Защита, может, не пригодится. Потереть экранчик чуть-чуть. Ну, так будет получше, наверное. Так, панельку поставлю сейчас солнечную. Пускай уже заряжается. Так, вспомнить, как бы это делал-то. Так, вроде. Как-то. %78. Так, иди сюда. Процесс пошел. У меня пока чайник подходит. Хотя можно всегда спрятаться будет от солнца. В тенечек за эту сено. Сноп сена. Да ладно. Ух ты, ключенка не открывается. Новая еще. Нашла. Так, на завтрак съем одно яичко вареное и печенек овсяных со вкусом топленого молока. Так, ну вот и собрался я. Хотел в 7 часов только проснуться и 2 часа собираться. Ну, 7 часов 18 минут. Так вот. Пампер свой повесил, пусть сохнет. Панелька. Полотенце, блин. Все как в былые времена, когда надолго уезжал. Так, ладно, пошел. Надеюсь, трава не мокрая. Не сильно мокрая. Вроде росы уже нету. Я вчера еще неправильно палатку стал ставить. Надо было не в 6 часов начинать, а в 5. Вот дорожка протоптанная. Сейчас-то темнеет раньше. Пока туда-сюда вот застал время комаров. Замучили, конечно. Вчера какие-то мелкие они, до хренища. Сначала мухи были. Потом комары. Сегодня в 5 буду ставить. Просыпаться пораньше. В 5 часов. И нормально будет так. Нет, трава все-таки мокрая.
Вот она, и асфальт. Клещи проверить-то. Вдруг какой гость прицепился. Комар. Не, нормально. Я вот педали затянул, все контакты. Не знаю, будет он стягиваться, нет? Это у нас придется опустить чуть-чуть. Чтобы не пищало это. Ну, панелька как раз к солнцу. Так пусть будет. Так, мы попробуем встегнуться. С новым усилием. Получится, нет? Да. Да. Так, отстегнуться. Ну, нормально. Тяжеловато, но нормально. Сейчас, кстати, посмотрю, были места там получше, чем это, или нет, для ночевки. Но пока вот справа пшеница, а слева пахота. Больше ничего не видно пока. Не, ну тут хоть интернет был хорошо. Не особо, правда, быстрый, но был. Так, это на Мальцево еще идет. Заканчивается. Кстати, спать было тепло, я поначалу даже вообще не накрывался, вообще раздетый спал. Там это, вроде тихо-тихо было, потом ближе к ночи, смотрю, деревенские разгулялись, собаки разгавкались, музыка заиграла, блин, какая-то гулянка там была. Оно быстро и закончилось, на принципе, часик, наверное, может, пару часиков. А было сначала подозрительно все тихо, вон луна еще есть. Вчера, кстати, луна была красивая. Сегодня она тоже будет такая же. Просто не стал фоткать это из-за комаров. Не открыть дверь. Моментом залетают. Даже дым не спасал. Во, поселок Облучье. Первый раз такое слышу название. Ни разу не слышал. Но зато у них интернет отличный. Вот и Облучье закончилось. А домов я что-то так и не видел. Поселок без домов с одной антенной. А мест для ночевки так еще не нашел. Тут скошено, тут посажено. Но тут постоянно бурьян такой тянется. Местами даже заболоченное. Там спереди что-то еще виднеется, может там. Могло бы быть место под ночевку. Тормознул чутка в тенечке. Блин, дорога клевая, да, конечно, новая. Сплошная новая дорога идет. А здесь тихая прохлада. Места заболоченные просто начались какие-то, поэтому мест под палатку негде поставить. С той стороны вообще все плохо. А с этой стороны так. То рожь растет, то сплахана земля. Панелька моя заряжается.
Да, подтянул, кстати, перестало пищать. Даже малейшего писка нету. Значит, дело надо просто было подтянуть. Это дело, в смысле педали. Так, вроде никого нету. Никого. Вот. Отремонтирована дорога. Дорога. Ну да, новенькая дорога. Согласен. Какие-то военные стоят. Зачем-то, для чего-то. Тормозят. Что, проезжаем? Ну, а что случилось? Вояк. Может, опять какой боец сбежал. Посты выставили. Бывает, убегает. А может, это граница-то рядом, может, кто в границу передержал. Он это ловит. Вычисляет, вернее. Да, кстати, хорошо, что я вчера все-таки вернулся на то место ночевки. А то вот сплошная вот такая фигня. Ну, вот такая. Сейчас бы ехал бы, вернее, вчера бы ехал бы. Часов так до 10. Поселок Крылово. По-немецки Норденбург. Привет. А? Счастливо. А, спасибо. Кстати, будет колючку видно, граница. Заброшено что-то. Где-то там оно уже. За этими кустами уже. Сейчас, наверное, в этом проезде будет видно колючку. Да, вон она. Граница уже. Лукоморье.
Вон колючка за границей идет, там не видно, правда, но в начале леса, короче. Красотень просто у него там. Так, не вернусь, чтобы заснять его двор. О, вещь. Кстати, покупной газон. Красота. Ну и опять бурьян. В общем, кто хочет жить в Европе, тот живет. Так, ну вот Крыловая закончилась. Перееду в сторону железнодорожного. Ну, один раз там был. А вот дальше туда уже не был. Ух ты, первая скамейка на остановке. Хоть и самодельная. Но мимо не проехал. Надо присесть. Затестить. Качается так. Ну так ничего. Сидится. Там это все такая деревянная. Видно, народу здесь много раз. Две скамейки. Да, куда ни глянь, везде заросли. Че тут и че тут. Там, наверное, железка была у немцев когда-то. Видно насыпь. Река Белка. Что там за река? Ну, хоть не Белочка. Тоже ведь когда-то упадет. Нет бы сейчас пилить, но нет. Так, а вот этот Мазурский канал. Там мазурские шлюзы. Но в этот раз туда уже не поеду. Когда-то здесь корабли ходили при немцах. А сейчас... А не, воду видно все-таки. С той стороны вообще заросли. Даже не видно канала самого Мазурского. Зверюк много раздавленных по дороге. Это что, леса? Всяких и мелких, и крупных. Да, заросли все продолжаются. Кукуруза посажена. Да, борщевик больше и не появлялся ни разу. Даже отдельных кустов не было. Вон забор идет, граница польская с Польшей. Так, вон там уже Польша. А то есть, ну, не сама Польша, конечно, нейтралка. Но тем не менее. Так, по-моему, сюда мы заезжали в беседку как-то. У него уже нет ничего. А, нет, стоит. Стоит, правда, в зарослях таких. Там оно комаров сейчас
Так, а тут что, пшеница, наверное, опять? Или что? Скучноватая, конечно, дорога. Ничего нету. Ничего не посмотришь. А палатку, в принципе, так и негде поставить было бы. Если бы я вчера проехал тут то место, сколько вот ехал, блин, вообще нет места поставить. Следующий на очереди поселок Зверево. Там где-то овца кричит. Вот такое Зверево начинается с автобусной остановки. Еще парочку домов. Один здесь, другой здесь. О, все. Догоняй. Все, Бобик сдох. Бобик сдох. Так, ну вот Зверево закончилось, там вот еще дома стоят. Может, какой другой? Это поселок Крымское. Почти до Крыма доехал. Так, ну это сарай. Скорее всего, и был сараем у немцев. Дом он там подальше еще стоит. А ну вот и все, последний дом. И вон уже знак конец Крымского. Поселок из двух домов, в общем. Из трех. Вон там третий. Хотя, может, вглубь идет сюда. А, да, вглубь идет. Это идет вглубь. Водоемчик. Тут у них. Ну да, вон где-то поселок. Проедусь по нему, наверное, вернусь ради интереса. А то я здесь никогда и не буду больше. Посмотрим, как крымчане этот живут. Ну вот, я выехал опять на свой маршрут. Возьмем дальше.
сторону моря. Сначала Балтийского, а сначала Калининградский залив, а потом уже море. Вот так вот у нас вот сейчас паренек разворачивался, пограничник. Заехал я в эту деревню поснимать. Тут же позвонили, погранцы сразу приехали, меня проверяли вообще. Так оперативно, блин. Вообще капец. На очереди у нас Вишневая, поселок. Так, ну внутрь, наверное, не буду заезжать, это опять позвонят, опять пацана этого загоняют. Так, Вишневая, а где вишни-то у вас? Ты вишни собрали уже, что ли? Нет, ничего. А, вон рисованные вишенки. Там какой-то вдалеке на горизонте шар красно-бело-красный. Наверное, что-то с пограничниками связано, скорее всего. Так, здесь у нас тоже домик. Аккуратненький. Собака. О, труба какая мощная. Что там они ракетное топливо сжигают. Толщенная труба, конечно. А, так я уже до железнодорожного доехал. Вот, Вишневая закончилась. А он железнодорожный начинается. Сразу. А я там был, кстати, у этого шара. Наверное, не поеду туда больше. Хотя посмотрим. Так, ну вот железнодорожный. Начало поселка, города. Нет, поселок, наверное. Все-таки. Улица Кирова. Здорово! Здорово, здорово! Как дела? О! На вью тротуар узбеки сделали. Ну, а здесь асфальт тоже новый. Трасс был, не помню, какой здесь был. Но видно, что новый. Ох, про это в интернете как-то была, ну не статья, там спор был между одним искателем до сих пор фашистов. Потом расскажу вечером. Такой вот, сейчас тормозну. Какие-то вот закорючки еще там есть. С колесиком. Так, ну тут кафе. Такая старая мельница. Вот она мельница. Водопадик такой. Там пацаны купаются. Салам алейкум! Привет! Здорово! Здорово! А у вас свой канал? Да! Так, вот. Там я снимал, но она закрыта. Подписчик говорит, я, говорит, на вас подпишусь.
А как узнать, как кто я, где я, фиг знает. Так, тут подъемчик мощный. Мощный подъемчик. Сейчас-то здесь прокачусь, вроде как тут много чего отреставрировали. Вроде так не было, мне так кажется. А, такие домики отделали. Красиво, конечно, вообще зачетно сделали, просто офигенно. А я тут был года два назад, по-моему, не было. Да нет, было бы, если заметил бы. Да и хотя бы в процессе стройки все еще идет. Кирха Гордауэна. Гордауэна. Площадь, наверное. А, ну это вот оно и есть. Только с какой стороны? Тучки еще тут написано. Метр убер, но. Так, ну тут закрыто, как и было. Так вот, по-моему, этих веток не было. Выросли веточки. Такие купола. Ну, там лестница есть. Вон там лестница. Там не видно так. Так, посмотрю. Ну, как-то так. Арка такая. Кошка за мухой бегает. Блин, ну неплохо. Вообще неплохо. Сейчас вот туда прокачусь. Так туда я приехал, а прокачусь вот там, посмотрю. Блин, ну круто. И даже снутри двора сделали. И здесь. Даже какой-то герб с конями. Так, вот кто это делает все. Альпстрой, подрядная организация. Ну ничего, так ничего делают. Красиво. Так, здесь развалившееся что-то. Блин, ну со двора даже сделали ремонт. Так, а куда я заехал? А, вон дорога. Блин, даже тут сделали. Прикольно.
Вот там. Тут снимали фильм тоже на Париж, но в то время, года два назад было, три. Тут было как после войны сразу. Такие домики. Ну да, вот здесь вот надпись была на Берлин. Вон там, или на Париж. Это все было вообще в таком запустении. Вообще вон красота какая. Вот на этой стенке была надпись. Так, ну мне прямо. Ну нифига себе, какие тут изменения. Глобальные, прям я бы сказал, произошли. Не глобальные. Но там это не было. Железнодорожный закончился. Сразу новостройба пошла. Прям 5 метров разница. Это еще железнодорожный дом. Ну да, прикольно. Круто даже, я бы сказал. Сделали. Так, ну тут уже, конечно, не как там. Тут как обычно. Ух ты, дядя Ленин стоит, что ли? Ну да. Дядька Ленин стоит у кого-то во дворе. Бронзовый. Ну, во всяком случае, краска бронзовая. Так, а тут что? Тут автосервис, наверное, такой. Просто тракторное депо какое-нибудь. Блин, время 10 часов пол 11, а такое ощущение, что уже обед. Ну, правда, выехал в 7 утра, чё. Не, видно, не догонят, а ну тут догонят. Там прям колонна идет такая. Так, ну это последний. Это замыкающий был. Какая зверюга ползет. Так, ну вот начались хоть поля, где можно палатку было ставить. И там вот тоже. И там. Это только после поселка Железнодорожный. Места появились-то. Такие вот замечательные поля. А, про этот дом-то железнодорожный. Там написали, типа, блин, почему его не отреставрировать? Вроде здание стоит немецкое. Один написал там комментарий, типа, блин, зачем фашистское что-то восстанавливать? Давайте лучше чем-нибудь свое сделаем. Ему там отвечает, типа, а кто такие фашисты? Он такой, это, говорит, немцы. Наши враги. Мне, говорит, вообще неприятно про это слышать ничего. А ему пишут, типа, блин, ты же ходишь среди немецких домов, по немецкой брусчатке. Он такой, а мне, говорит, неприятно ходить по немецкой брусчатке. Блин, чувак такой интересный. Там долго-долго не писали. Но он уже там, типа, блин, у меня сердце схватило, ты мне пишешь такие, типа, такие сообщения. Сейчас пойду в полицию, там заявление на тебя напишу, блин. До сих пор еще врагов ищет в лице фашистов. Надо, говорит, ее вообще развалить, чтоб ничего о фашизме не напоминало. Так, у меня началась лесная дорога, чуть закрывающая от солнца. Время 11. Ну, еще не так, не сильно жарко, в принципе. Терпимо. Ну, а тут вообще хорошо. Мужичка встретил. Из поселка Железнодорожный выезжал, когда, говорю, блин, круто у вас отремонтировали. Он такой, ай, половину, говорит, разворовали. Как везде, короче, у нас. О, парковочка. Это мне надо. Надо уже пообедать. Так это парковочка. В таких кущурях там, наверное, будет много комаров. Мне кажется.
Все проверим. Во всяком случае. Ну, посидеть охота больно. Приехал. Ну, будем надеяться, что не сожрут. Надо уже перекусить. Время 11. Будет у меня обед сейчас. А до вечера есть ничего не буду. Чтобы есть захотеть к вечеру. А то вечно приезжаю, блин, есть неохота. Готовить неохота. Пока туда-сюда уже темно. Сейчас так вот буду делать. Есть такой блогер с Украины. Саша Лепота. Ну, он профессиональный блогер. Там он уже зарабатывает и на рекламе. И на все, на всем. Ну, про велосипеды и не только. И вот он сейчас такую движуху запустил. Там у себя на Инстаграме. Прибери Украину. Едут на природу, они берут два пакета, мусорных пакета, и вот один для себя, а других для, другой для свиней. Вот за собой убирают и за свиньями убирают, как он говорит. И вот там, смотрю, уже много народу подхватило эту идею, ему фотографии скидывают, и они вот тут, он выкладывает в истории, там парни приезжают с пакетами, убирают и фотки скидывают. Ну вот у нас Саши Лепоты нету. Ну, я свой пакетик взял для мусора. Как я это... Одного заблокировал тоже. Ну, он от меня раньше отписывался, потом опять записывался. Советчик. Типа, едь в Литву. Там же лучше. Как мне написали, тоже комментарий был. Не страна советов, а страна советчиков. Вот он, видимо, из страны советчиков еще. Едет ли то, а то, что у себя убираться надо, как бы не доходит. Хотя эта парковка официально, знак-то висит. Но никто ничего не убирает. И мусорных контейнеров нету. Два дня я это вожу уже. Сегодня второй день. Пока держится. Сколько, интересно, они вообще в тепле могут продержаться. Вареные. С видом на природу. Его покатухи смотрю по Украине. А такая же история, как и у нас тоже. И заборы где, и мусор местами так тоже валяется. В принципе, разницы особо нету. Хотя учу с Литвой, сравниваю. Из-за того, что она была в составе СССР, а там по-другому совсем сейчас. Да и тогда было по-другому. А сейчас вообще по-другому. Скучная дорога, конечно. Едешь, ничего нету. На очереди поселок Севская. Тоже первый раз слышу такое название. Вот так вот оно начинается. Подсолнухи во дворе, наверное, красота. С утра просыпаешься, в окно смотришь, там подсолнухи. Thank you.
Коммунистический плакат повесили. Не знаю, где сидят коммунисты. Мне туда не надо. Блин, тоже библиотека есть. Интересно, читатели там находятся, нет? Дорога такая с загогулинами здесь. Дворик без забора. Ну, это лучше выглядит, все равно же. Хоть там ничего такого нету. Все равно симпатичнее смотрится, чем этот металлопрофиль. Сугубо мое мнение о заборах. Я бы, конечно, не хотел бы жить за забором так. Так, Севская закончилась. Там что-то начинается новенькое. Нет, здесь, наверное, просто типа что-то хутор. Пару домов стоит. И все. Пост какой-то. Может, погранцы раньше стояли. А, наверное, до сих пор стоят здесь они. Может быть, какой-то охраняемый объект. Хотя вон там банки, склянки. Обычная бытовуха гражданская. Ёлки-палки, еще колхоз есть. Колхоз «Новая жизнь». Хрена себе. Что, у нас колхоза разве есть еще? Или просто название такое? Колхоз – это же коллективное хозяйство, всеобщее. Сейчас такого нам не бывает. Все частное. Блин, у меня батарейка заканчивается или флешка, что-нибудь одно из двух. Блин, а снимаю опять до хрена на сегодня. На два раза придется нам делить. Второй день. Так, ну посмотрим, что там за колхоз такой. Даже интересно.